Всем хрю, с вами Бига Хрю. Ребята, решила поиграть в один блок, а тут он какой-то странный, какие-то дома дырявые, небо оранжевое. Ну, короче, не знаю, просто начну ломать его, больше-то мне нечего здесь делать. Но интересно, к чему меня это все-таки приведет? Я упал, я загорел, его это странный один блок, почему я упал? Так, не суть, продолжаем. Вообще странно, что я провалился, такого вообще раньше не было, может быть, пора на диету, конечно. Садиться, почему? Что такое? Да, он точно какой-то странный. Ладно, сейчас мы сделаем небольшую площадочку, чтобы точно уже не упасть. Потому что, видимо, из-за гравия я проваливаюсь вниз. Так, досочки сломаем на досочки. Вернее, бревно на досочки. Так, отличненько. Здесь у нас блок. Ну все, теперь мы точно не упадем. Копается, кстати, быстро. По-моему, в оригинале... Не, блок реально какой-то странный. Че, дерево не ломается? А, вот ломается. По-моему, трава добывается достаточно дольше. Здесь как будто бы все ускорено. Так, вот у нас уже островочек наш получается увеличивается, что меня не может не радовать. Можно даже грибы посадить по углам, будет отлично. Потом сделаем суп. О, добрая, ты что делаешь? Блок ломай, что делаю? А, ну давайте помогу, может быстрее пойдет. Давай попробуем. Да. О, саженец, отлично. Сажаем его. Так, я пошел дальше увеличиваться. В территории, естественно, а не... В боках? Ведь я на диете, ты все помнишь, да? Конечно. Так, смотри, у нас есть проблема. Нам нужен дерн. Он у тебя был вообще? О, все, отлично. Нам нужно зародить хотя бы один блок, потому что мало ли его больше не будет. И что, нам просто стоять ждать, когда трава на траву перейдет? Да. Блин, тогда надо гриб сломать на всякий случай, вдруг он будет мешать. Посажу так, сюда. Давай, во-первых, наверное, сделаем сундук, потому что мало ли тут кто-то будет спавниться. Вообще, как думаешь, где хоть мы находимся? Ну, слушай, судя по виду домов, мы находимся где-то... В апокалипсисе. Ну что-то странное, да, какие-то вертолеты, дома сломаны, заросшие. Ты точно уверен, что с нами все будет нормально? Нам вообще надо к ним пробираться или нет? Мы как вообще Майнкрафт будем проходить? Конечно надо, я думаю то, что в этой серии мы должны первоначально добраться до какого-нибудь дома. Давай выберем до какого нам поближе, мне кажется, вот до этого. Вот этот дом ближе, ну смотри, там огонь. Ну слушай, он даже красивее, потому что, допустим, вот этот мега страшный, он какой-то огромный. Ну короче, давай он туда, да, он белый, красивый. Согласен, я тогда потихоньку начну строиться, а ты тоже как будешь добывать, добавляй блоки. Хорошо, но пока что, с землей все плохо. Да не, нормально, у меня много. Не, я в том плане, она не заражается травой, а другой. Да ладно, я пошутил, можешь ломать пока. А, отлично. О, сундучок. О, что это? Ой, ты чё? А мне? А я на. Вот, короче, я буду броней, а ты будешь оружием. Как обычно. О, чего? Еще дали что-то. Прикольно, сундук. А зачем ты сундук крафтил? Нам дали его. Ну, я же не знаю, дадут нам или нет. Ну вот, может, цветок посадить теперь. Давай на всякий случай я, наверное, сложу все вещи в сундук. Да, я тоже. У нас есть глина и саженец березы. Кстати, интересно, а тут вещи теряются, когда ты умираешь? Нет, я уже умирал. Точно? Да подожди, у меня же броня, если сейчас сдохну, что будет? А если броня потеряется, зачем ты это сделал? А все нормально, что ты несы. Да, повезло. Опа, камень. Ну все-таки надо доставать кирку. Так, главное, чтобы в этой фазе была земля. Опа, это что такое? Что? Это личинка! Это бычий цепень! Все, он умер. А что с него падал, интересно? Блин, он еще чем-то. Надо было убить его. Летел. Да, надо было его убить. Ладно, мы его скинули. Ну, я думаю, это не последний. Вообще, что делать с травой, конечно. О, так подожди. О, да, там, кстати, есть. Отлично, тогда нам не нужно. Ломаем полностью. Тогда, зачем нам вообще что-то заражать-то? Тут же вон сколько блоков вокруг нас. И дерево, и все. Так, смотри, нам нужно выполнить кое-какую опасную операцию. Нужно упасть и успеть поставить блок под нашим блоком. А зачем? Чтоб гравий не падал или что? Да, и песок. Вдруг нам пригодится. А, ну да. Так, давай. А, не успел. Но я поставил. Сейчас я тоже попробую. Ой, будет я успел, легче. Все нормально, отлично, я успел, хорош. Да. Так, все, теперь можем продолжать спокойно ломать. Блин, надо топор, конечно, сделать, вообще тяжело. Тут есть деревянный, в принципе, нормально. А, что это такое? Призрак зомби? Зомби, откуда он вообще вылез? У него красные глаза. Так, кирка у тебя, но у меня, в принципе, тоже есть обычная деревянная, так что... это золото? Что? А каменный ломается, не помнишь? Вроде нет. Да нет, вроде. Я не сломал, да? Да, я не сломал. Нам надо железо... Подожди, а как нам сделать железо? Ну, у нас же даже не было железа, как нам добыть? Реально. Что это за приколы? Ну ладно, надеюсь, сейчас будет. О, изумруды! Почему они сейчас падают? Зачем? Короче, фигня какая-то. Ладно, надеюсь, мы не потеряем слишком много ресурсов. А, что это такое? Пчелы, зомби! Помогите! Я бегу! Подожди, это какие-то странные пчелы, зомби, реально? Я же сказал, пчелы, зомби. Что странного-то? Так, ну зато теперь у нас есть уголь. Это значит, мы сможем сделать хотя бы печку и ее немножко растопить. Но что-то железо... О! Наконец-то, железо, одна штучка. Наконец-то, отлично. Да блин, одна, что так мало? Нам теперь нужно булыжник. Нет! Блин!
что делать? Это вообще жалко. Капец. Нам как-то... Это алмаз, а вдруг он уже больше никогда не встретится. Короче, надо достраивать мостик, хоть как-то. Ну, это будет очень тяжело, я думаю. Ну, сейчас хотя бы потрачу все блоки. Не, нам в любом случае придется сломать этот алмаз. Ну, конечно, можно было делать полублоки из этих деревяшек. Может, поем песенку этому алмазу? Какую песенку? Прощальную, я не знаю. Ну что, мы уж сломаем каменной киркой. Что нам делать? Я деревянный предлагаю. Унизить полностью. Давай рукой сломаем. Давай. Но я думаю, мы все равно не достроим. У нас нет шансов, поэтому придется его сломать. Да. Да. Прощай, алмазик, ты был хорошим другом. Очень недолго. Может, все-таки полублоки будем делать, да и побыстрее достроимся. Кстати, чуть ты сразу не сказал. Я забыл вообще про это. Опять! Да ё-моё! Главное, чтобы здесь не было каких-нибудь криперов-зомби-мутантов. Да господи! Чё так много? Так, ну мы, кстати, уже 200 блоков добыли. На 100-м блоке у нас была первая фаза. Вот она, фаза 1. Когда же будет вторая? Как думаешь, на каком блоке? Ну, я думаю, где-то на 300-м, может. Когда мы давным-давно играли один блок, тогда портал появился прямо вместо блока. Как здесь, думаешь, он в одном из домов или он также появится после какой-то фазы? Слушай, большой шанс, что он на самом деле реально находится в одном из домов, потому что дома довольно большие и, ну, страшные, видимо. Возможно, там будут какие-то боссы. Скорее всего. Вот хотя бы до этого бы добра... Капец, он зарос, кстати, издалека не так сильно и кажется. Но тут он вообще весь зарос. Так, сейчас проберемся. А что, все-таки полублоки? Да, блин, я опять забыл. Вован! Ну сейчас, ладно, все, достраиваю и все, что добуду, полублоки сделаем, капец. Вот из этого тоже можно делать полублоки. Капец. Сраный песок! Кстати, да, я снизу сейчас увидел, что мы больше половины сделали, ну только на чуть-чуть. Ну сейчас я добавлю своих блоков и думаю, будет уже близко. Опять пчелы, да господи! Что-то слишком много пчел, я надеюсь, сейчас не будет каких-нибудь зомбифицированных медведей, это будет вообще жесть. Так, все, я бегу к тебе и делаю еще парочку полублоков. Блоков. Блин, очень жалко терять изумруды и железо, и... Ну, железо не теряем. А вот алмазы и изумруды, это, конечно, печально. Как делается полублок? Все, сделал 12 штук. Нормально, капец, это выгодно. Уже бы дошли. Фаза на 250-й. Да, что-то говнина вообще лютая. Яйцо. Следующая фаза, я думаю, будет на 400-м, хотя, может быть, даже на 500-м блоке. Это нам доктор Балер закопаться придется. Но зато... Мы сейчас застроим мост. Я думаю, уже прямо сейчас. Да! Да. Отлично! Вот сюда с нами переходим. Ты что, паркур сделал? Отлично, все. О, уголь халявный. А это что такое, кабан? Свинья! И печки! И сундук! А в сундуке книга! Это не самое важное. Можешь тут своим братанам сказать, что... Так она мирная! А, нет, она злая! Ах ты, злая свинья! Отлично. Тут, короче, какой-то... Не знаю, что это, труп? Как это? А чё это он? Чё? Трупик зомби был? Понятно, а газ? Зелёный! А, какой у неё снаряд будет? Соплями? А, нет! Иди сюда! О, отлично. Она сбоку напала! Крыса, а не свинья! Всё, отлично. В печках тут, кстати, вообще ничего нету. Я всё проверил, всё пусто. Так, что-то написано. Ничего. Как нам пробраться на второй этаж? Где есть лестница? Она тут вообще есть? Забираемся. Да блин, огонь! Так надо потушить. Забираемся. Я сейчас сдохну, я сейчас сгорю. Это кто такой? Добрый, это ты уже там? Это ты пробежал? Нет, просто да вот тут сидит, кстати. Что, посмотри, что? Что это? Капец. Здравствуйте. Это что такое? Это маленький? Господи, какие страшные. Какой малюсенький? Они, кстати, мирные что-то. Подожди, у меня есть зелье исцеления, ну-ка. Мне кажется, им урон нанес. Это было зелье исцеления. Блин, я хотел их вылечить. Кстати, с них выпадают золотые эти самородки. Самородки? Ну да, неплохо. О, еще один трупик. Уже с головой скелета. Ну-ка, что с него упадет? Ничего. Так, а вот здесь вот, мне кажется, есть какое-то подобие лестницы. Это ты сейчас сам ее прокапываешь? Да. Да, реально. Так, поднимаем. Сейчас, да, поднимаем. А! Из земли вылез пиглин! Свинозомби или кто он? Господи, убей его, он на меня нападает! О, еще один золотой самородок. Отлично. О, сундук. Мне кажется, сейчас на нас нападет огромная армия. В сундуке у нас зелье исцеления опять. И жареная свинина, что с ней? Она слишком жареная. Такую можно пробовать? Нормально, фига она остановила. Она попробует, очень вкусно. Ну ты ж как бы свинья. Так это другая свинина, это нормально. Ну ты мирный вообще или нет? Не по... Слиток золотой. А уже не самородок, а слиток выпал. Так, а здесь что? Опять ничего. Так что? Да по-любому с них что-то должно падать. Они же не просто так валяются. Ты посмотри какой. Господи.
Ну и страшилище. Да, конечно, мир максимально странный. Это еще только первый дом. Да, и он просто хотел спокойненько поиграть в один блок. А тут такое, ну капец. Кстати, а мы вообще на каком этаже? Тут сколько их? О, мы, как я понимаю, сейчас на третьем. О, давай дальше. Я нашел полезнее. Проход еще. Да-да-да, я нашел. Прохожу. Тут я слышу Гаста. Тут крипер! Крипер, правда, обычный. Повезло. Но очень много хоглинов. Я пока не могу тебе помочь, потому что я не нашел проход. Я выжил, все нормально. Так, жареная свинина, 5 зелек. Зато очень много зелек и тушенки. У нас всегда есть что покушать зато. А, черт, меч сломался. Я называю его просто Хрюглин. А, ты еще выше забрался? Ну, походу, да. А, тут заканчивается, ты как забрал? А, вот она тут сломана просто. Кстати, тут же книги есть. Возможно, их надо читать? И что-нибудь нам расскажут? Возможно, ты умеешь читать, я нет. Но тут на английском, поэтому в огонь. Согласен. Аккуратнее, сзади свинья. Там вообще будет последний этаж-то или нет? Непонятно. Ну, слушай, мне кажется, еще высоко. Где лестница на следующий этаж? Мне кажется, она сломалась. Что делать? Придется как-то по лианам. Или, возможно, добывать блоки и строиться просто. А, во, подожди, вот тут что-то есть. Ну-ка, идем сюда. Во, нашел. Отлично. Сломанное, но забираться можно. Так, и тут. Что-то уже очень далеко долго забираемся. Мне кажется, сейчас нам прямо сразу на последний этаж идем. Может быть, сейчас все-таки будет какой-то портал в дракона? Что? Черт, я умер. Ай, ты че? Я тоже. Капец. Ну, ё-моё, нам туда сейчас забираться просто фиговую тучу времени. Это не Хоглин, это Зоглин, я так и знал. Я думаю, вот где-то есть подвох маленький, вот он. В одной букве. А мы, получается, вышли уже сразу на крышу, да? Да. А, так подожди. А вот тут вот огромные лианы. По ним можешь забраться? Я вот на них и смотрю тоже. А я вот тоже что-то засмотрелся сейчас. Ну-ка. Ну, вроде куда-то забрался, но не особо эффективно. И мы почти забрались. Отлично. Наконец-то. Тут все вроде... Стоп! Капец, смотри, какой паук. Жесть, у него глаза красивые. Укусишь меня за попу? Ай! Ай! А что это он меня кусает? Он не кусал, а тут закусал. О, нет, одного глаза. Печенька! Печенька! Капец. Ну-ка, это победа, это то, зачем мы пришли. Получается, здесь босс. Интересно, что у нас в следующих вообще зданиях? Хочется до вертолета добраться, может там сундук будет крутой. Ну слушай, смотри, у меня есть такое предложение. Сделать нормальную лестницу на этот дом и до других домов уже добираться по крышам, потому что легче спускаться вниз, чем подниматься наверх. Да, согласен. Так, давай вот на этот вертолет еще заберемся. Получается... Эй! Добрый, это ты стрельнул? У тебя не может быть стрел? Где ты... Ты стрелы где-то нашел? Да. Ну чё? Да, сундук! Давай, смотри, что тут есть. Ну что, расскажи. Да там алмазный шлем и торт. О, отлично. Мы можем отпраздновать начало нового летсплея. Нам нужно для начала найти первостепенные вещи. Это вода и лава. Чтобы просто сделать побольше блоков. Хотя можно и это, в принципе, добывать потихонечку. Ты торт будешь есть? Да нет, кушай. Я тебе половинку оставил. Спасибо. Давай, доедай. Оставь немножко паукам. Хорошо. Так, короче, блоков у меня вообще нету. Ну, типа, мало. А кирка скоро закончится. У нас тут новые враги. А вот как там понять, день? Сейчас день или ночь вообще? Тут всегда ночь. Да, тут реально всегда ночь. Ладно, ребяточки, на этом ролик подходит к концу. Вернее, первая серия. Вторая выйдет у Доброго на канале. Ссылка на канал будет в описании и в закрепленном комментарии. Обязательно переходите, смотрите, она выйдет завтра. Вторая часть у него, повторяю, вторая часть у него. Его на канале. Всем спасибо за просмотр, всем пока и большого кабана. И добра.